Приветствую вас, мои дорогие любители вкусного и интересного. Рад видеть вас на канале Доброслава 13. Была бы курочка, сготовит ты дурочка. Есть такая простая русская старинная пословица. Вот когда хочется быстрого, простого, незамысловатого шашлыка, я всегда готовлю из курицы. Потому что испортить этот шашлык никогда практически невозможно. Он, железобетон, получается сочным, вкусным, ароматным, простым, но непременно съедается до последнего кусочка. А также из этого шашлыка можно сделать прекрасную, чудесную домашнюю шаурму. Я вот считаю, что шаурма или шаверма. Вы, друзья мои, напишите в комментариях, вы за шаурму или за шаверму? Как вообще вот? И Питер, Москва, да? Вот где граница, когда шаурма превращается в шаверму и обратно? Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Так вот, что может быть проще и вкуснее, чем куриный шашлык? Не знаю. Я беру в таких случаях куриное бедро. Просто обычное куриное бедро. И нарезаю на небольшие кусочки. Ну, там, я не знаю как. Понимаете, кубиками же не нарежешь, поэтому просто вот небольшой, среднестатистический, привычный кусочек шашлычный, так называемый. Все равно придется где-то подгинать, где-то два кусочка объединять, чтобы на всем протяжении была одинаковая толщина. Ну, этого не избежать с куриными бедрами. Но при всем при этом куриные бедра, они более сочные, более такие вкусные получаются, нежели чем шашлык из куриной грудки. Хотя, каюсь, из куриной грудки иногда делаем шашлычки. Ничего зазорного в этом не вижу. Я люблю сухое мясо, хотя если курицу не пережаривать, куриную грудку, она все равно будет оставаться достаточно сочной и такой классной. Почему-то считается, что куриная грудка, она всегда сухая. Нет. В ней два основных правила должно быть. Жарить не слишком долго, не пережаривать. Вот именно доводить до готовности, а не держать до угольков ее. И есть непременно и обязательно сразу горячей. То есть, если куриную грудку сразу едите с шампура, готовую, то она будет сочной и классной. Но если она, конечно же, там полежит у вас, то тут, извините, друзья, сочности, к сожалению, не видать. Куриные бедрышки нарезал на приблизительно одинаковые куски. Теперь переходим к маринаду. Вы уже, думаю, заметили, стаканчик у меня специально стоит, чтобы за вас поднять бокал. Эх, хорошо. Кефир. Друзья мои, хороший, классный, кисленький кефир. Это прекрасный маринад для птицы. За счет кислоты он размягчит мясо, сделает его еще более сочным. И при этом в нем нет никаких вызывающих вкусов, каких-то непонятных таких ярких ароматов, которые могут вам не понравиться или кто-то останется ими недоволен. То есть кефир любят практически все, а в маринаде он будет очень здесь уместен. Как по мне, это самый идеальный маринад именно для курицы. По специям, по большому счету, достаточно соли, черного перца и чеснока. Ну, курица и чеснок вообще немыслимы друг без друга. Но для того, чтобы сделать вкус еще поинтереснее, я добавил сюда базилика и орегано. Вот люблю я эти травки. Не любите, не добавляйте, ничего в этом такого нет. Плюс я добавляю сахар. Сахар в маринаде, курица она достаточно все равно блеклая, жира нет на ней, капать жиру не приходится, вот эту вот румяную корочку от жира создавать нет возможности. Поэтому я в маринад добавляю куриный всегда сахар, который, находясь на поверхности курицы, вместе с маринадом будет подрумяниваться и давать такую яркую, шашлычную, приятную, всеми любимую корочку. Теперь все хорошенько перемешиваем и на пару часов отправляем все это дело в холодильник. Но, друзья мои, вот мой вам совет. Не просто перемешайте, а интенсивно помассируйте и постарайтесь, чтобы достаточно большое количество кефира именно впиталось в мясо, впиталось в курятину, чтобы и пряности, и сам кефир остались не только вот на поверхности, а кефир именно пропитал курицу. Тогда он промаринует не только поверхность, особенно если вы спешите и маринуете там час-полтора часа, но в то же время он напитает слои курицы и сделает ее более сочной, более вкусной. Причем, я думаю, наверное, сниму как-нибудь для вас отдельный ролик. Я делал для себя такие эксперименты,
И вот что такое понятие сочности? Да, оно достаточно условное. А если взять и завесить шашлык в сыром виде мяса и после того, как его пожарили, и сравнить. Вот я хочу вам сказать, что мясо, которое хорошенько на протяжении нескольких минут с жидким маринадом, будь то там, вот, например, кефир или еще какие-то жидкие маринады, хорошо-хорошо массировалось, в которое вгонялась эта влага, эти шашлыки в среднем на 10% в итоге получается вес выше. То есть из одного количества мяса получается на 10% больше шашлыка готового. А это значит, меньше влаги уходит из шашлыка. И он получается сочнее. Вот такая вот простая математика. Может быть, дойдут руки и сниму отдельный, прям вот экспериментальный ролик. Там 3-4 вида маринада. Можете предложить, кстати, свои варианты маринада. И просто залито, и вмассировано. И сравним, пригласим экспертов, дегустаторов. И сравним с весами и органолептикой людей, которые это будут пробовать. Собственно, все, закрываем пленкой, отправляем в холодильник. И встречаемся с вами у мангала. Будем жарить шашлычок. Ну вот мы приехали из города в деревню. Час на дорогу, пока то да сё, прожгли угли. Курочка промариновалась, и можно отправлять ее на угли. Смотрите, друзья мои, какая вот температура углей. То есть, если в предыдущем ролике перепелок мы жарили хотя бы секунды 3 должна рука была держать, то для курицы такой нежной нужна температура еще ниже, чтобы она не сгорела, не обуглилась. В среднем 5 секунд рука терпит подернутые угли сединой. Значит, самое время отправлять курицу жариться. При этом не бойтесь, жара вам вполне хватит. И даже с запасом еще останется на какие-нибудь овощи. Курочка наша подрумянилась. Посмотрите, какая она аппетитная, чудесная и замечательная. Жарим ее, постоянно переворачиваем. В курице нет жира, поэтому она не горит. Выглядит достаточно блеклой. Но к завершению процесса жарки она подернется прекрасным румянцем. И уже будем скоро ее дегустировать. Буквально 2-3 минуты, пару переворотов. Суммарное время жарки где-то 12-13 минут. Кусочки небольшие, кусочки тонкие. Но и жар при этом невысокий. Чтобы мясо поджаривалось, но не горело и не пересыхало. Курочка готова. Смотрите, как классная, зажаристая, аппетитная. Хотите такую? Повторяйте рецепт. Ага, горячо. Сочно. Ароматно. Четкий базилик, орегано. Красотец. Все-таки кефир самый простой и один из самых лучших маринадов. Вкусно. Я пошел ужинать, друзья. Пока. С вас лайк, комментарий. До новых встреч.